Добро пожаловать на наш YouTube-канал HardTradesInfo. В данном видео я вам покажу, как сделать скриншоты на устройстве Tecno Pova 6 Pro. Первый способ – это тремя пальцами провести вниз по экрану. Второй способ – это зажать три пальца на экране. И тут можно выбрать, что мы хотим сделать, какой скриншот мы хотим сделать. После этого в правом верхнем углу нажмем «Сохранить». Также можно зажать одновременно кнопку увеличения громкости и кнопку, точнее, кнопку уменьшения громкости и кнопку питания. Или опустить шторку, и тут будет пункт «Снимок экрана». Все снимки находятся в галерее, в альбоме «Скриншоты». Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал и до новых встреч!